true. Будете лечь и заливать? Ты что, наверное, будешь передавать шифровку Путину, да? Ты Путину шифровки будешь передавать? Ты, наверное, Путину шифровки даешь? Ждешь-то я не могу. Ну, мою страницу интересно. Вот. Очень все. А ты штору убери. А там штора запотела. Гитара брынь-брынь. А почему моего портрета нет? Что значит твоего портрета нет? Ну ты смотри портрет. Твоя страница. Так своя страница, она у меня появлялась сразу. Появлялась? Ну а что ты теперь тут фотографируешь? Теперь уже все сфотографировано. Выходите. Ну, я, наверное, все-таки пойду на улицу. С дождичком познакомился. Вы пойдете, не пойдете за молоком? Ух ты, какой молоко! За молоком не пойдете? Нет, сюда. Дождь идет. Какое это молоко? Все, ладно, пойду. Есть захотел. Он есть захотел, а Таня? Потом еще не готова. Я еще не то, что не готова, я же буду сейчас это зарядку делать. Ты что тут шумишь? Что? Ну что? А ты знаешь что, языки ты сколько раз говорила? Таня себе налила, всем налила? И себе, и вам, и всем. Так садитесь, значит. Не хватит. Ну, мы сейчас всех подождем. Ты как маленький. Ты спешишь. Да ты. А ты поспешаешь. А я что, наливаю, что ли? Я не знаю, как с этого. Я не наливаю, Таня наливаю. Я вот на Украину приехал. Он сидит в трусах и босиком. Ну холодно и все. Я говорю, давай. Почему босиком холодно? Я думаю, ни в коем случае. Ни в коем случае. Закончим. Все.
сегодня не постный день, конечно, можно и выпить. Не торопись. Надо разговаривать не надо. Оп, водичка сейчас. Да лучше помидор. А что он не может? Вот там. Нет, он могу, мог пойти. На. Да не надо. Что, маленький? Пройдет. Вот. Посмотрел. Да все давай, вот посмотрим. За тебя жалко, что ты приехал, молодец. Да не говори, это не. Да, уж придумал, конечно. А я уже выпил, а вы все пьете. Еще осталось немножко, и все. Это самый Жириновский сказал, третья стадия рака политической болезни. Не может быть. Тяжело. За тебя. Надо выдохнуть воздух, а потом пить. А я наоборот набрал воздух. Ну да. Вот. И вздохнул. Это плохо. Ты что же, не знаешь, как пить? Да. Первый раз? Как пить?